Хочу вам показать и рассказать, как сделать так, чтобы телефон проговаривал, кто вам звонит. Вот даже если номер там, то он будет говорить 37925. А если имя подписано, то он будет проговаривать имя. Это очень полезная настройка, которую каждый из вас ее может включить. Как ее включить, сейчас покажу и расскажу. Просто зайдите в звонилку. В правом верхнем углу вы найдете вот такие вот три точечки. Вам нужно нажать на вот эти вот три точечки и выбрать пункт, который называется «Настройки». Попадаете в вот такое вот шикарнейшее меню. И вот этом вот меню будет, тут, кстати, есть запись звонков, вы можете включить, либо специальные возможности, отключить, кстати, рекламу и много полезных функций. О них я расскажу в других видео. И здесь у вас будет диктор-идентификатор абонента. Нажимаем сюда, здесь у вас будет имя и номер, вызывается абонентом, будут прочитаны вслух. Нажимаем вот эту вот штуку, и у вас будет никогда, только при подключенной гарнитуре вам нужно нажать всегда. И когда вам кто-то будет звонить, будет проговариваться номер или имя. Пользуйся.